Друзья, приветствую всех. С вами зожник, физкультурник Алексей Шредер. Клуб Паши Бабича You Can Gym. Там за дверью шумно, человек 20, а может и больше, пацаны зарубаются. Поэтому я прелюдию записываю снаружи. У меня сегодня последняя зальная силовая тренировка, а там потом через некоторое время еще на улице будет разочек, и далее уже в Минске буду с мощными пацанами зарубаться в воркауте. Ну, многие из вас знают в чем. На турничках. И я занимаюсь в зале по программе «Натуральный предел». Как вы знаете, если смотрите за мной, это совмещение силового метода и многоповторного метода. И там я пытаюсь достигнуть максимумов. Силовой метод в подтягиваниях у меня будет сегодня немножко размыт на выносливость тоже. Это все приурочено к тому, что зарубаться через неделю, а там многоповторки будут исключительно. Поэтому я попробую сегодня потянуться с весом 64 килограмма на рекорд. До горла буду подтягиваться, и последний нужно сделать с фиксацией 10 раз. Если я до горла с весом 64 сделаю 10 раз и зафиксируюсь, даже если без фиксации 10 до горла сделаю, 64, это уже будет рекорд. Потому что раньше я мог 10 делать вот так. А вот эти сантиметры 5 последних, они как пол повторения. Так что вот такие я больше не делаю, не хочу. Именно в силовом методе вот сюда. 10 раз и будет рекорд. Попробуем. Далее по программе у меня идут кое-какие другие упражнения. Кого интересует программа «Натуральный предел». Она, кстати, не для новичков. Для середнячков как минимум. Вы можете обратиться ко мне в личное сообщение, либо в Инстаграм директ, либо ВКонтакте. Программа платная. Одна из лучших моих программ, потому что я не могу сказать, что лучшая. Программа эффективного минимума, она для новичков больше подходит, она лучше. А натуральный предел как бы не для новичков. И далее я сделаю многоповторочку. Сегодня сделаю с весом собственного тела, нон-стопом. Это уже будет далеко не на свежего, с весом 64 подтягивания на свежие силы, а нон-стоп с весом собственного тела это уже будет далеко не на свежие силы. И предыдущий рекорд, правда, с небольшим запасом, был 32 повторения. Сегодня попытаюсь сделать новый рекорд. А вообще я иду к тому, чтобы нон-стопом подтягиваться 40 раз. Нон-стопом 40 раз. Это моя цель. Работай. Продолжай вкалывать. Если учесть до такой высоты и в конце с фиксацией, то 10 это рекорд. Иди отсюда. Итак, друзья, я очень счастлив с подтягиваниями. Все прекрасно. С весом 64 я втащил 10 повторений. Первые повторы вообще вылетают, как будто там веса нет. 10 повторений. Это мой новый рекорд. И 10-й я зафиксировал даже. Круто. Круто? Круто. Очень круто.
36 нон-стопом. Маловато! Я сделал 36 повторений нон-стопом. В достаточно качественной для нон-стопа технике. Золотой стандарт – это золотой стандарт, там отдельный зачет, с паузами все дела. А здесь свой зачет, нон-стопом. И такая дисциплина у нас будет с ребятами в Минске тоже. И тоже она будет не на свежие силы. На свежие силы у нас будет там золотой стандарт с гирей. 36 раз. Новый рекорд. Возможно, сделал бы 37, но меня качнуло немного назад, и я потерял вектор приложения силы. Пришлось спрыгнуть, поскольку останавливаться нельзя. А меня вот сюда качнуло, и все, остановка. Может быть, было бы 37. Вот. Я уже вплотную к 40, а возможно, на свежие силы я, возможно, уже сделаю 40. Может быть. Но я думаю, что я и так сделаю 40 постепенно. Обойдусь даже без свежей силы. Два рекорда в подтягивании. Я слишком стар для всего этого дерьма. Бицепс и спина у меня убиты только двумя подходами вот этими, не считая разминочных подходов. Коих несколько, разумеется, с весом. Вот. Два подхода и все, спина, бицепс готова. Ладно. Максимальное количество таких подходов за тренировку для натурального атлета. Два силовых и два на выносливость. Это прям максимальное супер. Больше не делайте ни в коем случае. Кого интересуют подробности моей программы «Натуральный предел», друзья, вы можете ее приобрести, обратившись ко мне в личное сообщение ВКонтакте, в Инстаграм. А я продолжаю тренироваться, продолжаю работать, продолжаю бить рекорды. Следующие ролики буду записывать в Минске. Но они выйдут не скоро, друзья, после 20 сентября. Всем пока. Мы не будем ждать! Shut up! Всем пока. Повторения уже. Трицепсы аж сгорели. Есть, идет прогресс, работаем.